Ага. Давай, тут лайк. Пока. Блядь, да что с меня с координацией-то? А? Ты выбрал самую сложную траекторию. Там в конце ступенька, тебе сейчас нужно будет, ну, на ходах пройти. На ходах! Да. Так. Ну, здесь вот было попробовать вот за дерево и все, и не, ну попробуй, принеси там. Распилили сильно. Давай, ёпта! Тихо. Oh.
Сейчас я помучаю ее тут. Да блять, что такое-то? Передача первая. Я понял. А что, нам вот сюда надо ехать? Ну, наверху топ. А, это хорошо. Вот туда сошли. Нет, так-то вот там еще пробка есть. Но наш забор уже никуда не уедет. Не, не надо нам экстрима. Давай без экстрима. Не, ну если как эта горка, то вот так нормально. Как-то горка нормально.
Ты себя еще наклони. О, молодец. Давай, 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 давай. Еще, еще шаг сделай. О, молодец. Опа, блядь, я не молодец. Дело тут такое, интересное. Что-то с Аней не собраться, блядь. Сейчас. Мы же не торопимся никуда. Только тебя ждем. Да что ты, ёпты? А, понятно. Сейчас я его победю. О, все. А я думаю, что она глохнет.
Я понял. Колючки. Куда выезжать-то? Блять. Знаешь, почему так получилось? Чё? Знаешь, почему так получилось? Так, давай его перевернем. Потому что я начал в дерево смотреть. Да нет, он говорит, потому что ты сидел в оттяжке. На колесо надо было наперед сесть? Надо было всё наоборот на бак садить. Ко мне просто они, ну, такие ровные. Вот сейчас загружается переднее колесо всегда. Ну, тормозит так... переднее колесо, заднее вообще не тормозит. Так типа, да? А здесь просто лучше было на заведенном, прямо на холостых. Да не, я говорю вот так, да, сидеть, чтобы. Ну, стойки только. Ну как, сразу стойки и ничем не тормози главное. Да я про вот то, что ты объяснял сейчас. А, честно, да, да, да. Вот ну, так? Это, знаешь, это вот дальше, там будет сейчас спуск, а то плавный. Вот там можно попробовать. А здесь стойки и ничем не тормози. Просто там больше у тебя энергии. Главное вот на таких спусках сидишь руками, просто руки расслабляем, и все, у тебя тело само примет вот это положение. А, не висеть, я. И все, и ты как бы и ты в руль не упираешься. Как бы ты не телом должен переднее колесо загружать, а ну как бы вот позвоночником как бы. Потому что смысла о заднем тормозе никаких спусков вообще нет. Куда нам? Туда? Да. Ух ты. Там вот сейчас вот сюда можно заскочить, первая полочка, потом за дерево, вторая полочка. И оттуда вот уже пойдет налево сюда. Вот за дерево на вот так, направо-налево? Нет,
направо, налево, там... Ну, я сейчас попробую, заеду. Ну, мы сейчас посмотрим, да? Да. Просто я говорю, там можно зафиксироваться, остановиться. А я вот здесь закарабкаюсь. Вот, а?
Фу! По полям, синий трактор едет к нам. Надо еще импульса было дать, блядь. Хуя. В общем, неплохо, но чуть подольше газ надо держать. Thank you.
блядь. Надо вот там вот спускаться. А? Колючки скользко. Помнишь, как тебя учили за таскалку и передний тормоз? Во-во-во. Вот так спускай его. Ну, значит, уронишь. Чего ты? Только на ту сторону кидай. Да давай, давай, поехали. Во! Все ты держишь нормально. Ну, новая техника. Два путя. А там жик-жик-жик-жик. Ну там, по идее, ничего сложного, там на первый кончик не заходит. По самые подножки. Да, тут продвинем. А там нужно будет перелазить. Зацепа везде хватает. Thank you.
А?
Ого! Привет! Привет! А мы тут пешочком. Правильно. Жень, да, и там парни еще примчали. Ага. Давай в эту, в сторонку отъедем. Да, сядь, подожди. Вот там. Фига, парни. Газ-газ, стоп! Ходиком, ходиком, ходиком. Здорово, ребят. Газ-газ, стоп. Газ-газ, стоп. Все. А мы с вами видели это соревнование. Да, да, да. Здрасте. Здрасте. Куда? Туда. Привет. Да, да, да. Женька, ну там она подзастряла. Стой, стой, виси тут, сейчас тебя поймаю. Стой, 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 зафиксируйся, блядь. Стой. Поехали наверх. Чё? Вниз спустишься. Вон на ту ложбинку
Ну или вот так поехали. Хочешь, я тебя подтяну? Жень, ты что делаешь? Заглуши мопед тогда. Как вариант? Ну, давай еще раз попробуем. Да не надо еще раз пробовать. Ну, оно такое прикольное, на самом деле. Что-то сложное. Да оно не сложное, сейчас купил. Газку надо побольше. А? Туда дальше едем? Нет, да? Море, море. Ну чё? Ну чё, чё, надо ехать. Газуй. А ты думаешь, по самой простой трактуре? Yeah.
25-ка. 25-ка. Ну она это, кантри-кросс, так что там нормальная передача. Нет, кантри, это CWW. Ой, не C, W что-то. Да ёб твою мать. Thank you.
Ага. Лицо у тебя знакомое до боли. Ну, возможно. Блять, вот прям вот прям видел где-то, вот прям плотно. Крутяк! Железный! Yeah.
даже проще. Вот, где ты стоишь, в противоположную сторону, смотри. Вот, вот там вот можно выйти. Ты вниз поедешь? Че, мне ехать? Нет? Ты вниз поедешь? Жень, ну чё ты? Ну давай, давай. Там нормально, не резко. Блять. Блядь. Вокруг кустика можно объехать? А? Тихо, 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 нахуй. Приподнять и туда, и вынуть.
А? Ну, еще чуть-чуть дай.
Кто? Он. Так мы здесь поднялись сейчас. Это не он, это она, я тебе даже расскажу секрет. Жень, давай быстрее! Жень! Ну чё? Я поехала по твоей траектории, но мне там было слишком высоко, я не могла сесть на мой. Ага, дело такое. Ну чё, ещё разок? Ну как хотите. Сейчас ещё один такой подъём будет, но не сложный. Ты каждый говоришь несложный. Но они нормальные. Да они нормальные, это мы тупим с тобой, всё как бы едется же. Да не, едется, я вон даже сам заехал, ничего себе. У меня тормоза посинели. Вот тут сиденье. В таком положении можно сделать максимум вот так. То есть еще этого обычно достаточно уже. Если вот из этого положения уже там проталкиваться начинаешь. Ну как-то так. Че, едем, отдыхаем? Едем потихонечку. Вот сейчас вот он прямо вот за углом здесь. А, ну поехали. Ветки есть там, не? Что? Ветки, маска. Хорошо. Сделали вот этот серпантин и разрезали его вот так вот. Один большой подъем, да. А теперь... Ага. Ну это прям очень хорошо. Я думала, может проскальзывать на камне, а он так прям вообще можно закрыться, открыть. Ну я вообще подтянулся, смотрю, бугорочек, бдум, туда. Это ты так думаешь. А я вот так, бля. Ну все, тут больше ничего не надо. Все, тогда к дому. Спасибо большое за экскурсию. Все, погнали тогда. Мы не в обратку, да, я так понимаю, просто по дорогам. Да, но мы уже в обратку будем чудить. Ну, в обратку сложнее. Сразу скажу.
там вот эти вот затычные подъемы, там все вот эти вот спуски превратились в затычные подъемы. Ну вот я про них и думала, мы там на руках спускали как бы. Да, и у них там надо прям без разгона прям стартовать. Ну, наверное, не сегодня, может быть попозже. Мы один подъем пропустили. Я понимаю. Я там бы это пару раз покатать, чтобы без остановок ехать, потому что мы еще вот такого не покатались. Я еще на закрытом кранчике сюда поднялся, на минуточку. Прикинь, как опасно. Опасно, да. Я такой кранчик, слышу, он уже. На ходу открыл его, да? Да куда там? Ну да. Че, погнали?